Rabbi min huzurunda men söylerem şükran. Çünkü yalnız sen İsrail'in tahtına sahipsen. Büyük mehbetini biz bayram ederik. Mühteşem adını biz ucalara yüksel derik. Lay lay la 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 lay lay. Lay 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 lay. Lay 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 la la lay 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 la la lay 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 lay. Lay lay la 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 lay lay. Lay 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 lay. Lay 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 la la lay 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 la la lay 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 lay. Rabbimin huzurunda men söylerim şükran. Çünkü yalnız sen İsrail'in tahtına sahipsen. Büyük mehbetini biz bayram ederik. Mühteşem adını biz ucalara yüksel derik. Lay lay la 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 lay lay. Lay 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 lay. Lay 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 la la lay 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 la la lay 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 lay. Lay lay la 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 lay lay. Lay 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 lay. Lay 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 la la lay 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 la la lay 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 lay. Rabbime erhayinem en her şeyi o halledip. Rabbime erhayinem en her şeyi o halledip. Sen haleluya söyle Rebbe. Sen haleluya, haleluya, haleluya. Rabbime güvenirim ben her şeyi o halledi. Rabbime güvenirim ben her şeyi o halledi. Sen haleluya söyle Rebbe. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabbime sevinirim ben her şeyi o halgedi. Rabbime sevinirim ben her şeyi o halgedir. Sen haleluya söyle Rabbe. Sen haleluya, haleluya, haleluya. Иисус, ты мой Господь, благодарю за исцеление. Иисус, ты мой Господь, благодарю за избавление. Иисус, ты мой Господь, благодарю за откровение. Иисус, люблю тебя, мой Бог. За спасение твое, за надежду и любовь, за то, что ты, Господь, назвал себя по имени. За тех, которым даришь ты путь, истину и жизнь. За то, что ты всегда со мной, Господь. И поэтому хочу с тобою быть всегда. И поэтому хочу я петь тебе, Иисус.
мой Господь. Иса сен ребим сен, миннеттерим сене шефа үчүн. Иса сен ребим сен, миннеттерим азадлыгын үчүн. Иса сен ребим сен, миннеттерим сенин вехин үчүн. Иса, севирем сени ребим. Сенин каламын үчүн, үмит мехеббет үчүн. Өз лүтфүн бизлере таптыгын кеслер үчүн, миннеттерим садиглигин үчүн, миннеттерим садиглигин Спасибо большое. Чё, многие из вас выключили камеры. Мы знаем это потому, что вы танцевать стали. Ничего. Хорошо. Сегодня вечером мы здесь, чтобы сидеть в нашем сердце у ног Иисуса. И также принимать от Него Слово. Да, мы можем себе это только представить, как это было, когда Иисус вошел к Марии и к Марфе, и Мария сидела у Его ног. Biz onu təsəvvür eləyə bilərik ki, necə İsa, Maria ilə Marfa İsa'nın ayaqlarının yanında oturmuşdular. Да, и, наверное, он это была весна, когда это произошло. Не знаю, мне так кажется. Mənə elə gəlir ki, bu baharda baş vermişdi. И
Мы можем себе только представить, наверное, может быть, это было вечернее время, когда он пришел к ним на ужин. Təsəvvür eləyə bilərik biz özümüzə ki, bu axşam vaxtı idi, o onlara şam yeməyinə gəlmişdi. И пообщаться с ними, посидеть с ними. Onlarla ünsiyyət eləsin, otursun. И также, наверное, пели птицы, как сейчас. Yəqin ki, indiki kimi o vaxtda quşlar oxuyurdu. И Мария слушала слово. Ve Мариан сюзе голова. Да, это на меня, наверное, так действует сейчас пение птиц во дворе, и это погода, и потому что все расцвело. Бу индихи хава мене эле тэсир эдиэ ки, пенджереден куштарын сэси, бу, она гёре мен эле даншырам. Хорошо, сегодня с нами словом поделится наш драгоценный друг и брат во Христе. Бизимле, сөзле бөлүшэчэк, бизим достумуз ве мэсихдэ кардашымыз. Муж одной жены. Бир кадынын жолдашы. И отец троих детей. Ушкадын атасы. Хорошо, пожалуйста, давайте поприветствуем Вилаята. Келин алгасуя Вилаята. Добрый вечер, друзья. Ахшамныз хэйр, достлар. Это, кстати, насчет пения птиц, я накрыл попугайчиков своих, а то они шумные, закрыл, чтобы не слышать их. Я бы сегодня хотел бы... У меня получилось многовато, но я постараюсь коротко, лаконично поделиться с вами. Mende biraz uzun alınıp hazırladığım söz ama çalışacağım ki kısa lakonik şekilde bölüşün. Давайте помолимся, не будем терять. Gelin dua ile. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. Hamd olsun sana İsa. Отец, спасибо тебе за то, что ты верный. Ata, çok sağ ol ki sadiksen. Спасибо тебе, Господи, за то, что все содействует ко благу. Çok sağ ol ki her şey hayra işliyor. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту церковь тут, в городе Баку, несмотря на то, что происходит вне, но Ты сказал, что и врата ада не одолеют Твою церковь. Я рад, что ты в городе Баку, эту церковь, онлайн-церковь, и ты ничего не смотря, ты сказал, что джахеннемин кахулары оно өхтесінден геле білмейді. Благослови сейчас это слово, Господи. Бу сөзе хейр дуа мир, ата. Чтобы оно принесло плоды в наших сердцах. Гой bizim üreğimize behre versin. Во имя Иисуса Христа, во имя Сына Твоего. Аминь. İsa Mesih'in adıyla, oğlun adıyla dua ederim. Amin. Я несколько дней думал об одной мысли. Bir neçe gündür bir fikir hakkında düşünürüm. В последнее время я очень часто слышал этот стих Филиппийцам 3:13. Çox vaxt, axır vaxtlar bu bəndi eşidirəm Filipplilərə 3-cü fəsil 13-14. Но почему-то оно всегда как бы мимо проскальзывало. Ne tər olursa, həmişə sanki yan keçirdi bu. И я решил просто заняться этим, углубиться в этот стих. Mən sadəcə bu bəndlərə dərinləşmək istədim bu bəndlərdə. И я назвал это слово три груза, которые мешают нам простираться вперёд. Мен бу сөзді ирәлі кетмейе мане олан үч юг адландырмышам. Если у вас есть Библия, если вы знаете, это известные стихи. Bu, Филиппийцам 3 глава, 13 и 14 стих. Филиппилере 3-cü фесил 13-14-cü бендлер. Я читаю. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания. Звание Божие во Христе Иисусе. Кардашлар, хесап этмирем ки буну тутмушам. Ялныз бир шей эдирем. Архада галанлары унуду, каршымда олана чатмак учун чехт эдирем. Ве хедефе догру качырам ки мукафаты алым. Яни Аллахым Месих Исада юхария чагрыша наил олым. Когда я буду сейчас разбирать эти стихи,
У меня получилось три груза, три мешающих груза, которые простираются, которые мешают нам простираться вперед. Мен бу бендлери араштыран вакты, мене ирели гетмее мане олан үч юк каршыма чыкты. И также три цели, которые к чему мы простираемся, но, наверное, я к этому не успею. Ve hem de üç maksat. Belki buna çaktırmayacağım bu üç maksada. И я был бы очень рад во время, когда будет дискуссия. Это три неполных, это я не претендую, что это только три окончательных. Был бы рад услышать от вас тоже ваше мнение, чтобы дополнить, чтобы была полная картина. Мен фикирлешмирем ки бу üç dediğim üç yük kifayet eliyir. Belki мен Фикирлеширем ки, демали, сөхбет вақты, үнсиет вақты, сіз де өз фикирлеринізді әлаве әлиесіз. Бәлкі сізде де бар маниелер. Итак, вот это об этом стихе. Бу бенд бареде. Павел использует тут спортивный термин. Так обычно он часто это делает, он использует спортивные термины. Павел бурда идман термини истифаде елир. Адетен о беле шей едирди. Он описывает свою борьбу как атлет, бегун. О, öz mübarizesini kaçış yürüyüşe çıkan, kaçışa çıkan insan kimi, atlet kimi tasvir edin. Давайте, чтобы ещё яснее это было, Евреям 12 глава, 1 стих почитаем. İbranilərə deməli 12-dən 1-ci bəndin 2-ci hissəsini oxuyaq. Айден олсун дия. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить прилежащее нам поприще. Buna göre de bu kadar büyük şahitler bulunduğu ahata olunduğumuz için biz her bir yükü ve bizi asanlıkla çaştıran günahı terk edip karşımızdaki yarışta gözümle kaçar. Ben bütün okudum ben de. İtak, опять спортивный термин. Burada da yine idman terimini istifade olunur. Слово поприще, которое в этом стихе. Bu bendeki söz. Yarış. Yarış sözüdür. Оно на греческом эйгон. Yunan dilinde bu söz эйгон sözüdür. На русском есть такое похожее слово агония. Rus dilinde buna oxşar söz var агония sözü. Это тяжелый труд, тяжкий труд. Bu ağır bir iştir, ağır yüktür. Это труд такой сильный, как человек, который находится в агонии. Bu öyle bir yüktür ki insan sanki агониядадır. Затем это слово начали использовать спортивно, как соревнование. Sonradan bunu yarış gibi, yarış sözü gibi istifade etmeye başladılar. Итак, предлежащее нам поприще. Demeli, karşımızdaki yarışta. Поприще тогда использовали, я не знаю, как это скажешь на азербайджанском, когда плугом бороздили почву, торпагы бежерирдилар, шумлыйрдилар. Шумлыйрдилар это один поворот плуга до следующего поворота. Bu hemen bir mesafeydi ki, çotanın bu baştan bir demeli şumlamanın bir sırası kadar, yani dönüp o biri döngüye kadar sayılırdı bu mesafe. Это какая-то дистанция. Yani bu hansısa bir mesafedir, distanstır. Помните, когда пророк Илия встретил Елисея, что он сделал? Вот как раз таки он этим и занимался. Yanınızda da İlyas peygamber de Елисея'yı karşılayanda o bu işle meşhur idi. Итак, христианство это поприще. Христианлык белелікле yarış meydanıdır. Нет. Христианство без поприща. Ярыш мейданы, ярышсыз христианлык йоқты. И на этом поприще есть много препятствий. Ve bu ярыш вақты чоқлы, бир чоқ маниелер бар. Итак, я перехожу. Какие же препятствия, что забывал Павел, чтобы простираться вперед? Павел не яддан чыгарырды, не мани олурды Павеля, ирели гетмей үчін. И у меня три пункта. Üç tane bend var. И все три они происходят в наших умах. Bütün bunlar bizim aklımızda baş verir. Первый пункт. Это наше прошлое. Birinci bu bizim geçmişimizdir. Наши грехи. Bizim günahlarımızdır. И бремя. Ve yüktür.
как в этом стихе Евреям 12:1 написано, свергнем всякое бремя и запинающий нас грех. Burada diyor ki bizi asanlıkla çaştıran günahı terk edip karşımızda yarışta dözümle kaçar. Это то, что затормаживает нас следовать вперед. Yani bu bize mane olur, bizi dayandırır ileri gitmeyden. Хотя мы знаем, что мы спасены. Biz biliriz ki biz hilas olmuşuz. Но дьявол, этот мир. Lakin iblis ve bu dünya. И даже бывает братья и сестры по вере. Hatta imanda bacı ve kardeşlerimiz. И даже бывает, что мы сами себе. Hatta biz özümüz bile. Напоминаем себе о нашем прошлом. Öz geçmişimizi yadımıza salırız. Помните, пару недель назад был вопрос задан в Zoom'е пастору Матте. Yadınızdadır bir neçə həftə əvvəl пастор Маттия Zoom'da belə bir sual vermişler. Что все просили меня, братья просили меня. Kardeşlerim beni bağışlayıblar. А я не могу самой себя простить. Lakin mən özümü bağışlayabilirim. Ne etməliyəm? Помните? Yadınızdadır mı? И я выбрал для этого пункта как хороший пример, пример апостола Павла, самого Павла. Мен бунын үчүн бир нумуне кими Хавари Павелин нумунесини кетирмишем. В 1 Коринфянам 15 главе 9 стихе говорится. 1 Коринфлер 15 фесил 9 бентте. Ибо я наименьший из апостолов. 9 бентте дейлик ки мен Хаварилерин эң кичийем. И недостоин называться апостолом. Ve havari olmak için layık değilim. Потому что гнал церковь Божию. Çünkü Mesih'in kilisesini kovurdum, takip edirdim. И я думал, что когда он называет себя, что он наименьший, когда он говорит, что он недостоин. Мен фикирлеширем ки, о özünü en kiçiyi layık olmayan sayan, saydığına göre. Это не просто красивые слова и лжесмирение. Bu sadece yalancı fakirlik değil. Но я вам такую иллюстрацию приведу. Может быть, вы видели много фильмов разных, где солдат, который возвращается после войны домой. Мен size bir numune kimi diyebilirim ki, belki kinofilmlerde görmüşsünüz ki, asker öz müharibeden sonra öz ve evine kaydarken. Да, или снайпер, например. Veya da снайпер. Он мучается и видит кошмары войны. Он азап чекир ве мухарибенин дахшетлерни хатырлайыр. Итак, Павел, он называет себя, что он наименьший, что он недостоин. Ве буна гэрдэ, будур, Павел, özünü эн кишии сайыр, лайык саймыр бу шерефе. Потому что он не просто гнал, но кого-то, он гнал церковь. О, кимисе тагиб этмирдэ, лакин о кимсэни тагиб эдирдэ. Я думаю, из нас никого не было такого. На таком уровне, что сделал он. Мен фикирлеширем ки, бизлерден хеч кес бурда о севиеде олмайып, онун севиесинде. Его апостольство не принимали. Онун хавариллиини кабул этмирдилер. Но он говорит, что по благодати Божией я есть тот, кто я есть. Лакин он дейрди ки, лютфе гюре мен о кесем ки, кимемсе оям. Он принимает себя, потому что его принял Иисус. О özünü кабул элиир, чунки Иса ону кабул элиир. Итак, у него был самый худший вариант. Budur, onun en pis variantı var idi. İsus не только просил его. İsa neyinki onu bağışlayır. Но еще больше, он сделал его своим послом. Daha çok edip, o özünün elçisi edip ona. Он доверил ему свое Евангелие. Öz İncilini ona itibar edip. Итак, первая вещь, вот, которая нам мешает двигаться вперед. Bize ileri gitmeye mani olan ilk şey budur. Который дьявол шепчет нам на ухо. İblis bizim kulağımıza bunu pıçıldayır. Это наше прошлое. Bu bizim geçmişimizdi. И давайте свернем вот это наше прошлое. Gelin biz bu geçmişimizi yıkalım. И это слово, которое говорит всякое бремя. Ve burada diyelim ki her yük. Это я думаю, что это еще пока не грех. Ben fikirleşirim ki bu hele günah değil. Но это бремя, которое мешает двигаться вперед. Ama bu mane olan bir yüktür. Gitmeye mane olan. Это может быть хобби наше. Belki bu bizim hobilerimizde. Это то, что отвлекает нас от главного. Bu bizi esas işten çaktıran, yayındırandı. Итак, вот это первый пункт. Bu birinci punktiydi.
Вторая вещь, которую я извлекаю из этого стиха. İkinci bir şey ki mən bu bənddən çıxış edirəm. Это наши прошлые победы, наши прошлые успехи. Bu bizim keçmiş qələbələrimizdir. Прошлые заслуги – это самая большая помеха, потому что все битвы, они бывают, они разные. Bizim keçmişdə qazandığımız qələbələr, mükafatlar, bunlar çox vaxtı mane olur. Именно успех и победа прошлого делает человека, я думаю, ленивым. Məhz keçmişin qələbəsi və mükafatı insanı tənbəl edir. И самодовольным. Və özünü razı salmağa, razı salan edir. Потому что он входит в зону комфорта своих прошлых побед. Çünkü o özünün keçmiş qələbələrinin komfortuna girir. Я помню, пастор Шалер рассказывал одну такую историю. Mənim yadımdadır ki, pastor Шалер belə bir əhvalat danışmışdı. Однажды во время евангелизации он постучался в один дверь. Bir dəfə müjdələyən zaman o bir qapını döydü. Открыл мужчина. Bir kişi qapını açdı. И он начал проповедовать, говорить Евангелие. Пастор Шалер вазеледи она. И когда пастор Шалер закончил, тот так грубо ответил. Пастор Шалер bitirdikten sonra o çobut şekilde cevap verdi. Да ты что, ты мне рассказываешь Евангелие? Sen kimsen bana danışırsan müjdeni? Ты знаешь, кто я такой? Sen bilirsen ben kimim? Да я 40 лет уже как пастор. Мен 40 ильди özüm elə pastoram. Я делал то, я делал то, и он начал перечислять, что он делал то. Мен нелемишем, белелемишем, белелемишем keçmişte. И пастор Шалер, он не до конца закончил эту историю, но он сказал: "А кто считает?" Пастор Шалер, demeli bu əhvalatı sona qədər bitirmədi, amma dedi ki, kim sayır buna? Итак, один пример из Писания. Yazılardan bir nümunə. Книга Ездры, 3 глава, 12 и 13 стих. Ездра'nın kitabı 3-cü fəsil. 3-cü fəsil, 12-ci və 13-cü bəndlər. Я читаю на русском. Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко, но многие восклицали от радости громогласно, и не мог народ распознать восклицание радости от вопли плача народного. Ездра'nın kitabı 3-cü fəsil 12-ci və 13-cü bəndlər. Əvvəlki məbədi oxuyun. Əvvəlki məbədi görmüş bir çox qoca kahinlər, levililər və nəsil başçıları məbədin bünövrəsinin qoyulduğunu görəndə hönkürüb ağladılar. Bir çoxları isə sevincdən haray çəkdilər. Xalq gürültülü sevinç səsləri ilə ağlaşma səslərini bir-birindən ayıra bilmirdi. Çünki onların gürültü ilə qopan haray səsləri uzaqlarda eşidilirdi. Итак, был, коротко просто скажу. Кстати, деем. Был храм Соломона. Сулейманын мәбеди бар иде. Это был гордость Израиля. Бу Израилин гүруру иде. Можно прочитать, каким он был великолепным. Охумак олар ки, он неге де мөхтешем иде. О барыда охумак олар. Но из-за своих грехов, из-за идолопоклонства они попали в плен. Лакин өз гүнахларына гөре вэ өз бүтперестиклеріне гөре онлар əsir düşdülər. И вот они возвращаются с Вавилона. Будур, onlar Babil'den qayıdırlar. Начинают отстраивать город, начинают отстраивать храм. Yenidən şəhəri və məbədi tikməyə başlayırlar. Но в этой, и когда храм построили, в этой толпе среди народа появилось две категории. Onlar bu məbədi tikməyə başlayanda xalq arasında iki, deməli kütlə arasında iki qrup insan var idi. Молодые радовались. Cavanlar sevinirdi. Прославляли Бога. Tanrını izzetlendirirdiler. Пожилые, тут написано даже, это не просто пожилые, священники, левиты. Burada sadece kocalar değil, koca kahinler, levililer. Они подняли вопль. Onlar haray kopardılar. Потому что прошлый храм был намного лучше. Çünkü evvelki məbəd çok güzel idi. Другой пример. Başka bir nümunə. Помните, когда еврейский народ был в пустыне?
Yadınıza gəlir, İsrail xalqı səhrada idi. Когда они начали роптать? Onlar deyinməyə başladılar. В числах 11 главе 5 стихе написано. Saylar kitabı 11-ci bənd 5-ci 11-ci fəsil 5-ci bənddə deyilir. Они говорят Моисею. Onlar Musaya deyirlər. Мы помним рыбу, которую ели в Египте. Bizim yadımızdadır Misirdə yediyimiz balıq. Daram. Havaydı. Огурцы и дыни. Хияр ve yemişler. Лук и чеснок. Soğan ve sarımsak. Они вспоминали свои типа прошлые свою жизнь. Onlar öz keçmiş hayatını yada salırlar. Но они к тому же забыли еще и про кнут, который был над ними. Ama onların o gamçı ki onların üzerindeydi, onları döyen gamçı, onu yaddan çıkarmışlar. И поэтому это второй пункт, то, что нам мешает идти следовать вперед. Bak, bu ikinci punktu ki bize ileri gitmeye mani olur. Когда мы 10 лет, 20 лет ходим с Богом, biz 10 yıl и 20 yıl Tanrı'yla gezirik. Но вспоминаем только тот момент, когда Бог избавил что-то, когда приняли Христа. Вот я был наркоманом, и Бог меня освободил. Yadımıza salanda, yadımıza gələn şey o olur ki, bax bilirsiniz, mən narkoman idim, mən xilas oldum, mənə Tanrı azad elədi. А дальше нечего сказать. Sonra daha deməyə bir sözləri yoxdur. Итак, я просто говорю, что второй пункт – это объявить войну священным коровам. İkinci, demək istəyirəm, ikinci punkt, yəni müqəddəs inəklərə müharibə elan eləmək. То, что мы... То, что для нас ценно, мы держим за это. О şeyler ki bizim için kıymetlidir ve biz bundan yakışmışız. И последний, третий пункт. Üçüncü punkt, sonuncu üçüncü punkt. Как раз об этом и Павел говорит в этом отрывке Филиппийцам 3:13. Hemen bu barede Filiplilere 3. fəsil 13. bənddə Pavel deyir. Это наша гордость, это наше преимущество. Bu bizim qürurumuzdur, bizim üstünlüyümüzdür. Я хотел почитать 4 по 6 стих Филиппийцам. Mən Filiplilərdə 3. fəsildən deməli 4-dən 6-ya kimi oxumaq istəyirəm. Я почитаю. Хотя я могу надеяться и на плоть. Сначала я почитаю до конца. С 4 по 6. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день. Из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей. Филиппилер 3-cü fəsil 4-cü bənddən 6-cı bəndə kimi. Deməli, əslində mən cismani şeylərə də güvənə bilərdim. Əgər başqası cismani şeylərə güvənməyi düşünürsə, mən daha çox güvənə bilərəm. Mən 8 günlük ikən sünnət olundum. İsrail nəslindən, Binyamin qəbiləsindən, İbranilərdən törəmiş bir İbraniyəm. Qanuna münasibətdə farisey idi. Итак, я просто хотел сказать, что это все эти качества Павел унаследовал по рождению. Мен димей истерим ки, бутун бу шейлери Павел доғулан аннан она ирс оларак калмышта. Я просто думал и читал снова и снова, что хотел Павел этим сказать. Мен буну йениден дефелерне окуярак düşünmek, anlamak istedim ki Павел bununla ne demek istiyor? Обрезан по закону. Qanuna göre sünnetliyim. Мы все знаем, что это обрезание являлось это символом, то, что он, то, что народ, то, что человек отделен для Бога. Biz bilirik ki, sünnet Tanrı'ya həsr olunmağın bir rəmziydi. Это был завет с Богом. Tanrı'yla əhd idi bu. Колено Вениаминова. Беньямин нәсли. Это единственное колено, которое осталось преданным колено Иудиной. Bu İyudan qəbiləsindən yeganə bir sadiq qalan nəsil idi. Помните, да, 12 колен, 10 колен отделились от двух колен. Yadınızdadır da 12 qəbilədən onu ayrıldı, ikisi bir tərəfə, onu bir tərəfə. И это Вениаминово колено осталось верным. Həmən bu Binyamin nəsli qəbiləsi, bunlar sadiq qaldılar. Еврей от евреев. İbranidən İbraniyəm. То есть его род сохранил чистоту своей нации. Yani onun nesli öz milletinin temizliğini saklamıştı. Это был верный остаток.
Bu sadık olan galılıydı. Он не был прозелитом. O prozelit değildi. Прозелит это те, которые приняли иудаизм, не будучи евреями. Onlar demek prozelitler Yahudi olmadan iudaizmi kabul eden, Yahudiçiliği kabul edenler idi. İtak on говорит, что у меня есть чем гордиться. O diyor ki böylelikle benim gururlanmaya varımdı. А теперь шестой стих. İndi ise altıncı ben. Я почитаю. По ревности гонитель церкви, по правде закона непорочны. Gayret çekmeye gelince Allah'ın cemiyetini takip edirdim. Kanuna esaslanan salihliğe gelince nöksansız idim. İtak, если первая часть это было то, что он наследовал от родителей. Yani birinci hisse, eğer o her şeyi valideynlerinden irs olarak, miras olarak almıştısa. То это вторая часть, он заработал, он сделал это своими руками. İkinci hisse, o kazandığıdır. Yani o öz elleriyle kazandığı bir şeydi. Потому это единственное, в то время единственное правильное учение, оно было в те времена только у фарисеев. O vaxtı yegane düzgün təlim fariseylərdəydi. Потому что мы там знаем, там были разные учения, там были садукеи, там были иесеи и так далее, но фарисеи считали самое престижное, самое правильное. Çünkü o vaxtı садукейлер var idi ve başka təlimler var idi ki, onların arasında фарисейлерin təlimi en düzgünü sayılırdı. И он говорит, что он был ревнителем своих отеческих преданий. O deyir ki, o qısqanclıqla deməli öz ata-babadan qalan adətləri qoruyurdu. И в Галатах написано, что он именно был ревнителем таким. Галатлылара kitabda yazılıb ki, o qısqanc idi. Что он из-за этого он даже мог он гнал церковь. Bax, o qısqanclığına görə də kilsəni qovurdu, təqib edirdi. Он говорил, что он по правде закона непорочный. O deyir ki, qanuna görə nöqsansızdır, qüsursuzdur. Это не означает, что он говорит, что он без греха. Bu o demək deyil ki, o burada deyir ki, mən günahsızam. Но он хочет сказать, что он максимум исполнял все то, что возможно исполнять. Yani burada o deyir ki, o maksimum dərəcədə neyi qayda qanuna riayət eləməli, qayda qanuna riayət edirdi. Он учился у ног Гамалиила. Он имел римское гражданство. Гамалиилин аяклары янында, о, yani Гамалиил ону тәлим кечирди. Если кто мог бы хвалиться, то он намного больше похвалился бы. Дейл ки, тәрифе, эгер кимсе бурда özünü tərifləyə bilərsə, ən böyüğü mənəm tərifləməli. Потому что, когда он писал эти слова, были группа людей, которые приходили и как раз-таки гордились, принуждали обрезываться. Çünkü bu təlimi deyən zaman adamlar gəlirdi, başqa adamlar deyirdilər ki, sünnət olmaq lazımdır. И что говорит Павел? Филиппийцам 3 глава 7 стих. Павел Филиппилərə 3-cü fəsil 7-ci bənddə deyir ki, 7 və 8. 7 və 8-ci bəndlər. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почёл тщетою. Amma mənə fayda getirən nə varsa, Məsih uğrunda ziyan saymışam. 8-ci stih, on usiluvayet to, što on skazal. On govorit... 8-ci bən daha da gücləndirir dediyi sözü. Для него я всего отказался. Bundan əlavə, Rəbbim Məsih İsa'nı tanımağın ali dəyərinin yanında hər şeyi ziyan hesab edirəm. И все почитаю за ссор. Да. Как вы знаете, у меня телефон, программа у вас там тоже есть My Bible. Belki sizde de var telefonlarda benim Biblia, My Bible böyle bir program var. Она хороша тем, что можно посмотреть греческие слова. O bununla yaxşıdır ki, orada Yunan sözlerine bakmak olar. И история этих слов и так далее. Ve bu sözlerin tarihine araştırmak olar. Я просто хотел сказать вам о слове «все почитаю за ссор». Вот это слово «ссор». Ve ben buradaki her şeyi zibil sayram, ziyan sayram sözünü. Вот это слово «ссор» или как-то? Ziyan, bizde ziyan denir. Оно, это на греческом «скувалон». Yunan dilinde «скувалон» сözüdür. Да, тут написано «за ссор». Yani burada zibil sayılır. Но это слово намного глубже. Ama bu söz aslında daha derindi. Навоз, помет. Bu necis demekti. Вы понимаете, что это... Что я хочу сказать, что
Это все, оно мешает двигаться вперед. Bu yani bütün mane olan bir şeydir. Yani ileri gitmeye mane olan şeydir. То есть наша регалия, то, чего мы сделали в своей жизни. Bizim hayatta ettiklerimiz. Это все, Павел говорит, что я считаю за ссор. Павел говорит, что bütün bunları ben zibil hesap ederim, ziyan hesap ederim. Почему он считает за ссор? Разве это плохие вещи? Niye ahı o ziyan hesap eder bunlar? Meğer bunlar pis şeyler değil mi? Я закончил юридически, разве это плохо? Ben hukuku bitirmişim, meğer bu pis değil. Или я, например, делаю очень большие дела в церкви. Мен, например, в церкви очень большие штарилиры. Разве это плохо? Мэр, бу писти. Да, плохо, если это затемняет Иисуса Христа. Бэлли писти, эгер бунлар Иса Месии кёльгеде койурса. Если я поднимаю себя, помните, да, я недавно делился, по-моему, 26 видов гордости. Мен в яхнарда бөлүшмүштүм гурурун 26 видео. Это у пастора Стивенса был. Пастор Стивенсен беле бир вази вар еди. Сияхсы вар еди. Итак, это то, что затемняет Иисуса Христа. Бах, бу шейлер Месихи кёльгеде койур. Почему он отказался от этого? Потому что это мешало ему бегать. Ния гёре бунлардан о, бунлары истемеди, бунлардан бунлара каршы этираз этти. Чунки бунлары зибил сайерди. Аминь. Аминь. У меня, я не знаю со временем как, у меня есть теперь, ну, наверное, не успею я, 3 пункта. А к чему он простирался? Менде 3 тенеде пункт вар ки, он нее джан атырды? Ну, я, наверное, это оставлю. Ну, я коротко скажу. 3 вещи, к чему он простирался вперед. Яни, он нее ирали гедирды, нее джан атырды? Это преображаться в его образ. Онын сюретине бенземей. Чтобы простираться вперед. Вперед нужно видеть Иисуса Христа впереди всегда. İleri gitmek için hem işe önünde İsa Mesih'i görmek lazım. Это глаза, которые смотрят на небо. Bu gözler ki göğe bakır. O gözler ki göğe bakır. Преображаться в его мысли. Onun düşüncelerine benzemek. От славы к славе. İzzetten izzete. От веры к вере. İmandan imana. Благодать на благодать. Lütften lütf üzerine lütf. Я это просто не раскрываю из-за недостатка времени. Вахт аз olduğuna göre ben bunu açmam. Вторая вещь – это взять его иго. İkinci bir şey – onun yükünü götürmek. Это взять его поручение. Onun emrini götürmek. Потому что он сказал, придите ко мне все страждущие и обремененные. Я успокою вас. O dedi ki, ey bütün yükleri yorgun olanlar, mene gelin ve ben sizi rahat edeceğim. Но там не стоит точка. Orada nokta koyulmuyor. Он говорит, возьмите иго мое. О, değil, benim yükümü götürün. Может, кому-то хочется сказать, ну, точка, и все дает, дальше не нужно. А почему, ну, почему взять иго? Belki kimse orada nokta koymak istiyor ve demek istiyor ki, İsa burada bitti. Neye göre yükü götürün? Но у нас есть поприще. Bizim yarış meydanımız var. И вы знаете, наверное, все, да, что это иго, вот это то, что называют на лошадь. Siz bilirsiniz, bu boyunduruktu, hemen o yük. На самом деле, там он говорит, не просто возьмите иго мое. O, orada aslında tekçe demir ki, benim boyunduruğumu götürün. Он говорит, что встаньте со мной под это иго. O, deyir ki, benimle bir yerde boyunduruğun altına girin. И когда мы проходим свое поприще, свою дистанцию в этой жизни. Biz bu hayatta öz yarışımızı kaçan zaman. Мы идем вместе с ним. Biz onunla birlikte gidirik. И третья вещь, куда он постирается. Üçüncü bir şey ki, o hara gidir. Это небеса. Semalar. Потом, я, как я вижу, для меня это было на самом деле как бы встряхнуло меня. Мене бу шей хакикатен силкеледи. Как много мы увлеклись землей. Biz ne kadar bu yerle çok başımız karışıp. Когда я читаю послание Павла. Мен Павелин мектубларını okuyan zaman. Книги евреям, герои веры. İbranilere mektubu okuyan zaman iman kahramanları hakkında. Они все жили небесами. Onlar hamı semalarla yaşıyordu. Они ожидали Иисуса Христа. Onlar İsa Mesih'i gözlerdi. Авраам ждал, что там есть небеса, город, который нерукотворный. İbrahim deyirdi ki, elle düzeldilmemiş bir şehir gözleyin. И Павел говорит, я простираюсь вперед. Павел deyir ki, ben ireli can atıram. Чтобы получить этот венец, эту награду. Hemen o mükafatı, o tacı almak için. Amin. Amin. Я закончил. Ben bitirdim sözümü. Аминь, слава Богу. Спасибо Богу, спасибо большое, Вилаят. Я чувствую. Давайте подумаем о том, что мы сегодня приняли, что мы услышали.
Gəlin bugün eşitdiyim, nəyi qəbul etdik, o barədə düşünək. Потому что это связано с нашей жизнью в этом мире. Bu bizim bu dünyadaki hayatımızla, her şeyle bağlıdır. Да, и мы услышали много замечательных истин. Biz burada çoklu güzel hakikatler eşittik. И здорово, Вилаят, что ты вот эти три вещи сказал. Çok sağ ol ki bu üç şeyi dedin. Которым три вещи, к которым мы стремимся. O şeylere ki biz can atırız. Иначе у нас была бы такая интрига. Что же это такое? Yoksa bizde böyle bir fikir olardı ki ne dedi? Geride ne kaldı? Хорошо. Может быть, кто-то хочет поделиться мыслью? Да, пастор Яшар, пожалуйста. Спасибо большое, Вилаят. Вилаят, чок сау. Кенуль. Кенуль, чок сау. Мне нравится дух твоей проповеди. Мене сенин вэз эттиин сөзін руху хошума гелир. Она очень созвучна, я думаю, с тем, как апостол Павел жил. Bu Havari Pavel'in yaşadığı hayat tarzıyla çok hem renk hem uygundu yani çok uygun. Мы знаем, что он использовал. Мы знаем, что он жил во времена Римской империи, когда спортивные состязания были очень важными. Biz biliriz ki Roma İmperiyası vakti o yarışlar çok vacibiydi. И он использовал очень много спортивной терминологии, например, вот это ристалище, то есть дистанция, гонка, я бью не просто так, а чтобы победить, как будто бы из бокса. Bu hemen bu sözler ki yarış, kaçış, sonra o söz ki vurmak sözü, boksa ait bir terminler. А я думаю, у него было такое особенное понимание о своей жизни, что он видел свою жизнь как дистанцию определенную, то есть отрезок. Она имеет начало, имеет конец. Мен фикирлеширем ки о өз хаятында хэмэн бу мэсафэни görürdü. Башлангыцы вар вэ сону вар. О мэсафэ дистанцэн görürdü. И не то, что у всех других людей не так. Конечно же, мы знаем, что это так со всеми. Yani başka insanlarda da aslında beledir. Herkes de beledir. Но у верующих, которые живут в призыве Бога, есть особенный вот этот вот призыв, особенное желание пробежать до конца, сохранить веру и выполнить наше предназначение, то, для чего мы здесь, на этой земле. Ve xüsusilə imanlılarda da belədir ki, bu həmin bu məsafəni sona qədər qaçma. Но также мы знаем, что Павел, он не, то есть он понимал, что его жизнь, она скорее не какой-то там спринт. Павел başa düşürdü ki bunun onun hayatı sadece ne Sprint yani. Sprint değil. 100 metrelik mesafe, kaçış mesafesi değil. А можно спринт пробежать за 100 метров или там, может быть, максимум 400 метров, но Yani ya 100 metre ya maksimum 400 metre kaçma olay sprint. Marafon kaçışı. Да, но он понимал, что его жизнь это марафон. Lakin o anlayırdı ki onun hayatı marafondur. То есть там много километров, и ты должен правильно свои силы распределить. Bir de bağıştın, ses gelmedi. Ты должен правильно распределить свои силы. Sen öz gücünü düzgün hesaplamalısın. Ты должен подготовиться. Sen hazırlaşmalısın. У тебя должны быть твои ресурсы. Senin membeğin olmalıdır. Sende ресурсların olmalıdır. Ресурсların olmalıdır. Как бы наша жизнь во Христе. Bu sanki bizim Mesih'teki hayatımızdır. Мы бежим, но не как
как бы очертя голову непонятно куда в пропасть. Biz kaçırıq başımızı kaldırmadan, bəlkə uçuruma kaçırıq. Yox, deyil. Yəni, uçuruma kaçmırıq. Hə, uçuruma kaçmırıq. Мы знаем, что вокруг нас, согласно Писанию, великое облако свидетелей, которые прошли до нас. Biz bilirik ki, yazılarda deyildiyi kimi, bizim etrafımızda bizden evvel bu yolu geçen imanlıların büyük bir buludu var. Бог дал нам ангелов, которые служат и защищают нас. Tanrı bize bizi koruyan melekler verir. У нас есть братья и сестры, которые нас ободряют в нашей вере, в нашем хождении со Христом. Bizim bizi ruhlandıran, Mesih'te gezişimizi ruhlandıran imanda bacı kardeşimiz var. İmanda ve Mesih'te gezişimizi ruhlandıran. У нас есть духовные отцы и пасторы, которые могут заботиться о нас и советовать нам. Bizim ruhani atalarımız var ki bizim kaygımıza kalırlar ve bize meslehet verirler. Pastırlarımız var. Самое главное у нас есть Писание и Дух Святой. En vacibi ise bizim kelamımız ve müqaddes kitabımız ve müqaddes ruhumuz var. Да. Я просто хотел сказать, что вот мне очень нравится вот этот драйв в жизни апостола Павла, в том, что он пишет в его писаниях. Мен демек истерем ки, бак, Хавари Павелин хаяты ве онын яздыклары, мен яздыкларында бунлар хошума гелди. И как мы слышали, он был радикалом, да, он полностью отвергся от всего того, что он считал очень важным, и считал это за совершенно неважным. O radikal idi ve o bütün bu şeyleri zibil saydı. Ve ради познания и ради жизни во Христе и познания того, к чему он призван. Mesih'teki anlayışa göre, Mesih'teki çağrışa göre bütün her şeyi zibil saydı. Amin. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Чёрт. Мы, я помню, очень давно пастор Мати, он сказал такую фразу. Мен ядымда да чоктан пастор Мати беле бир ифаде işletmişti. Он сказал, что есть, ну, это не точно слово в слово, но мысль такая, что люди больше выбирают небеса, чем ад, когда у них спрашиваешь, куда вы хотите пойти, в небеса, на небеса или в ад? Они больше выбирают небеса, чем ад. Говорит, что insanlardan sorushanda ki size cehennemi seçerdiniz yoksa göyleri, daha çok insan göyleri seçir. Но потом он сказал, но не все верующие выбирают небеса, когда у них выбор между небесами или этой жизнью. Ama o dedi ki çok da çok imanlılar göylerle bu dünyadaki hayatı seçende bu dünyadaki hayatı daha çok seçirler. Да, потому что у нас на самом деле вот это, уже когда мы являемся верующими, эта битва, она реальная битва. Diyor ki biz, demeli bu dövüş realdır. Сложнее выбрать Христа, чем мою жизнь, если это хорошая жизнь. Benim hayatım, eğer yakşı hayatırsa, çok çetindir onda mesleği seçmek. Помните, Иисус сказал, трудно имеющему богатство войти в Царство Божье. Yadınızdadır, İsa dedi ki, var dövləti zəngin adama padşahlığa girmek çok çetindir. Не потому, что он не может туда войти, а потому, что
он видит богатство, и он не понимает ценность царства. Ona göre yok ki o istemir. Sadece o zenginliğini görür ve он не видит ценность царства. O padişahlığın kıymetini bilmir, görmür. Что насчет вот этой вещи? Вилайет говорил, что первое, вот самое препятствие, это прошлые грехи или бремена, или падения. Вилайет говорил, что первая вещь, которая нам мешает идти вперед. Демали Вилайет говорит, что первая вещь, которая нам мешает идти вперед. Это прошлые грехи, бремена, падения. И они мне мешают идти вперед. Onlar мене ileri gitmeye mani olur. Что насчет того, если у меня есть бремена в прошлом, которые кто-то на меня наложил? Не я сам на себя наложил, но кто-то на меня наложил. Ведь о yükler ki geçmişte ben özüm özüme koymamışam ama kimse benim o yükleri üzerime yükleyin. Как мне идти вперед? Мен онда неге ирали гидим? А что насчет того человека, который, например, прошел через очень тяжелую ситуацию в прошлом? Как ему идти вперед? Без о адам ки кечмиште чох чекин бир вазиеттен кечил, о неге ирали гидсин? Что насчет девушки, которая была изнасилована? И, без или о же... кыз ки... Да, о, Evvelki hayatında o zorlanıp и она беременная ve hamiledir. Как ей идти вперед? O nece ileri gitsin? Что насчет женщины, которая сделала аборты, и может быть не один, как ей идти вперед? Без o kadın ne etsin ki öz hayatında bir neçe defa abort edeyim? Что насчет верующего? Скажем, это неверующие. А что насчет верующего, который прошел? Что насчет верующего, который через это прошел? Это реальные вещи, которые оставляют в душе человека очень-очень сильный глубокий отпечаток. Bunlar o şeylerdi ki onlar insanın kalbinde derin yaraların izleri var. Да, итак, у нас есть вот эти хорошие, ну, как сказать, по мирским меркам хорошие, богатство, наслаждение, и я не заинтересован в том, что... Bizde mesela için dünyanın fikrince zenginlik, cürbecür lezzetler, ben bunlarda maraqlı değilim. Да, я не заинтересован в Царстве Божьем, в Иисусе Христе, в вечности. Мен бу шейлер аятында олдуғна гюре, мен Танымның патшалығында иса Месихте мараглы дейлем. Или же у меня что-то сложное, в моей жизни произошло что-то тяжелое, и мне трудно двигаться дальше. И мне трудно дальше двигаться. Ве ирали гитмее чекинлик чекирем. Но я хочу. Ама истерим. И для меня лично ответом это невероятный стих, который Вилайет прочел из Евреям 12 главы, потому что я уже несколько недель читаю послание к евреям. Bu Vilayet'in okuduğu İbranilere 12. fesilden dediği şey, ben çok güzeldim, ben fikirleşirdim, çünkü bir neçe vakti ben bu barede İbranilere mektubu okuyorum. И как раз несколько дней я читаю Евреям 12 главу. Эле бир нече гюнди мен Ибранилере 12-й фасил окуйрам. И я вижу только один ответ. Мен бурда ялнız бир cevap görürem. Это второй стих. İkinci ben. Взирать на Иисуса. Месхе бахма. Я лично не вижу никакой другой таблетки, лекарства, кроме этой. Мен бундан башка хечбир таблетка, хечбир дарман görmürem. Представьте, кто-то стучится в дверь. Я открываю дверь. Kapını duyur. Я открываю дверь. Kapını açıram. И он говорит: здравствуйте.
O deyir mənə, salam eləkim. У нас благотворительная акция. O deyir ki, bizdə благотворительная, гуманитарная акция. Хейрия, бездә хейрия акциясын кечерик. Вот взамен всех тех денег, которые вы найдете у себя дома, мы знаем, что вы нуждающийся человек. Неге? Мы знаем, что вы нуждающийся человек. Biz bilirik ki sizin ihtiyacı olan insansınız. И взамен всех тех денег, которые у вас есть дома. Evinizde olan bütün pulların əvəzinə sizə мы вам даем то, что в этом чемоданчике. Bak, bu çamadanda ne varsa onu verecek size. И открывается чемоданчик. Çamadan açılır. И там бриллианты. Orada brilliantlar var. Вот, чтобы мне оставить прошлое за то, что Мен... я держусь. O, söykendiğim keçmişim ki var. Чтобы onu yaddan çıxarmaq üçün. Чтобы мне исцелиться от боли. Ağrılardan şəfa tapmaq üçün. Мне нужно увидеть ценность в Иисусе. Мен İsa Mesih'te değer görməliyim. И Святой Дух, когда показывает ценность этого бриллианта. Bu brilliantın değeridir. Я исцеляюсь от прошлого. Мен keçmişten şəfa tapıram. Я нахожу, как верующий уже, я нахожу свободу от прошлого. Мен bir imanlı kimi keçmişten şəfa tapıram. Azad olurum. Вот взять этот бриллиант Христа. Hemen bu brilliantı götürüp Mesih'e. İskaç Господь. Через Святого Духа открой мне всю его драгоценность больше и больше. Ve men diyorum ki müqəddəs ruh vasitəsilə ya Rəbb mənə bunun dəyərini daha və daha çox aç. И я вдруг вижу, как Павел увидел, что он сказал: ради познания Христа это все просто помет. Что ради познания Христа я вижу его. Я вижу Христа. Мен ону görürəm. И все, что я знаю. Мен Месихи görürəm. И все, что я знаю, это помет. Bütün bildiğim her şey bu bir peyindir. Все вот эти титулы, чем я обладаю, это ничто, потому что я увидел в нем драгоценность. Bütün benim mükafatlarım hamısı zibil sayıram, çünkü ben onda değer gördüm. Да, то есть трудно, действительно, бывают ситуации в жизни верующего, когда трудно вот эту боль прошлого взять и отключить, как выключатель. Чик, ее нету. Doğrudur. İmanlının hayatında olan bu çetinlikleri bir sanki ışığı söndüren kimi bunu götürüp söndürmek olmur. Потому что это çetindir. Может, это может быть долго продолжаться. Olabilir ki bu uzun müddet devam etsin. Но потом Святой Дух нам открывает все больше и больше Иисуса Христа, Иисуса Христа, Иисуса Sonra Христа. Daha, müqəddəs ruh bizə daha və daha çox İsa Məsihə açır. Мы говорим об Иисусе Христе. Это слава Богу, это невероятно. Biz İsa Məsihə haqqında danışırıq. Şükür Tanrıya. И смотря на этот бриллиант, остальное... Оно по сравнению с ним, оно мы, это дает нам силу, способность оставить это все прошлое. Bu brilliant'a bakanda bütün kalan şeyler bize güç verir. Daha doğrusu bütün kalan şeyler şeylerle mukayesede bu brilliant bize güç verir. У меня все. Это был мой маленький комментарий, который длинный оказался. Ben de bitirdim. Bu benim balaca bir komentarim idi. Uzun alındı biraz. Хорошо.
Возвращаемся к нашей дискуссии. Может быть, у нас есть еще комментарий, а может быть, вопрос. А может быть, свидетельство. Или стихотворение. Да, Фарида Ханум, пожалуйста. Onunca ki danıştı ki bize mani olan şeyler var ki Pavel ne deyir ki bize mani olan şeyler var irəli getməyimizə vilayət onu. Demək istəyirdim ki, yəni ki vilayətin vəziyyəti ki o üç yerə böldü. O birinci ki necə keçmiş bizə irəli getməyimizə nə mani olur, nələr mani olur. Yəni ondan danışmaq istəyirdim ki, qoşuma gəldi gördük ki birinci o keçmiş, bizim keçmişimiz, günahlar, yüklər ki mani olur bizə irəli getməyə. Да, я хотел сказать, что мне очень понравилась проповедь и то, что Вилаят на три части поделил то, что нам мешает идти вперед. И первое – это прошлое, то, что нам мешает. Yani ki o Pavel'de olan o fağırlık ki var idi, o yalancı fağırlık değil idi. Onun fağırlığından... Смирение, которое было у Павла, оно не было уже смирением. Sonra o ikinci dedi ki bizim o keçmişdə olan qələbələrimiz, hansısa uğurlarımızdan danışdı. И второе это наши победы или же наши удачи. Bu çox bizi tənbəl eləyir, yəni ki özümüzdən razı oluruq da qürur gətirir bizə. Часто нас делает ленивыми, потому что мы можем быть самодовольными и даже гордыми где-то. Mən elə gəlir ki, bu gün o bizim irəli getməyimiz üçün bir Pavelin həyatı, xidməti, fağırlığı, yəni bir nümunə ola bilər. Bunu demək istəyirdim. И жизнь Павла, вот я хотел сказать, что жизнь Павла, его путешествия, его миссии, служение, все это для нас может быть примером сегодня. Спасибо, Фарида Ханум. Да, Файк, пожалуйста. Здравствуйте все, рад вас видеть. Да, привет. Сожалею, вы меня не... Сені görməyimə çox şadam. Благодарю очень, Вилаята Кёнер. Очень интересная проповедь. Вилаята Кёнер, элерим, çox maraqlı vəzidin. Я хотел просто комментарий сказать и потом вопрос. Мен бір шәрхім бар, sonra bir sualım. Наши достижения мешают да, нам идти вперед из-за гордости, нам может быть. Bizim nailiyyətlərimiz qürura görə bizə irəli getməyə mane olur, ola bilər. Но иногда вот и наши эти неудачи, да, тоже мешают нам идти вперед, но это тоже, наверное, из-за гордости. Bəzən bizim uğursuzluqlarımız da bizə mane olur. Yəqin ki, bu da bizim qürurumuza görədir. Мы должны отдать Иисусу, да, наши бремена, и он даст своё бремя, его бремя лёгкое. Biz öz yüklərimizi İsa'ya verməliyik, onun boyunduruğunu götürməliyik, o yüngüldür. Например, у меня отверженность была, да, большая раньше, когда неверующим был. Мен отверженность не знаю. Özünü inkar etmədə. Мен иманлы olmayan vaxtı özünü inkar etmə var idi məndə. Да, и это надо... После того, как я поверил Иисусу, мне очень легко стало принять себя. İsa Məsih'i qəbul eləyəndənsə, мен öz-özümü qəbul eləmək çox rahat idi. И также других людей принимать легко стало. Və eləcə də başqa insanları qəbul etmək çox asan oldu. Иногда, к сожалению, даже от верующих атаки бывают, да, вот, которые эти стрелы опять тебе в это напоминают, да, старые раны тебе.
Bəzən hətta imanlılardan belə bu oxlar gəlir və o yaralara dəyən xatirələr. Да, но слава богу, что сейчас мы уже знаем, как избавляться легко от этих вещей, да, то есть мы отдаём это всё на крест Иисуса. Şükür Tanrı'ya ki biz bunları bilirik indi, biz bütün bunları hamısını İsa Məsihə veririk. Да, и я хотел спросить, вот бывает, что в церкви часто старые победы, они как бы ставят такой путь, да, путь к победе уже как бы вымощенная мостовая становится. Вот такой у нас должен быть путь. Bəzən kilisədə belə olur ki, keçmiş qələbələr sanki bir körpü qoyur. И Büyük это... Dedi. Да, это... Körpü, gələbə, doğru körpü bir formalaşır da. Ha, bir körpü formalaşır. И в этом быстро меняющемся мире часто бывает сложно вот правильно как бы строить новую линию атаки, да, на дьявола, как сказать, на грех. Bu tez değişen dünyada iblisin hücumlarına deməli qarşı durmaq üçün hazırlaşmaq çətin olur. И также развивать служение, да, то есть евангелизацию, методы новые, как бы искать. Ve, yani ki, yeni, mesela, için, müjde методлар ахтармак лазым гелир. Вопрос в чем заключается? Как можно... Bundan ibaretti ki. Как можно, вот какими путями можно опережать, да, этот мир, дьявола и... Effektivna yani hansı yollarla bu iblisin dünyasını qabaqlamaq olar? И служение эффективно как бы развивать. Və xidməti yaxşı effektiv şəkildə inkişaf etdirmək olar. Спасибо. Çox sağ ol. Насчёт на самом деле это второй пункт мне очень самому понравился. Əslində bu ikinci punkt mənim özümün çox xoşuna gəlir. Я недавно читал историю битв наполеоновских битв. Мен бу яқынларда Наполеонның дөүшләренин тарихын оқымышам. И просто коротко, когда Кысаджа дей білерем ки, Наполеон пошел войной против Пруссии. Орда дейлер ки, Наполеон Пруссия қаршы муарбеден заман. Наполеонская армия была намного-намного меньше, чем прусская армия. Наполеонның ордусы Пруссияның ордусынан дәфәләрле аз иде. И прусские генералы были уверены на 100%, что они победят Наполеона. Да, прусские генералы, олар әмин иделәр ки Наполеона гәләбе чалачаклар. И когда они вывели свои войска, олар өз ордуларыны чыгарган заман, и вы знаете, да, вот это 19 век, как шли войска. Ядыңызда да 19 век. Барабанщики. Әсердә нәҗе 1800-ci əsrdə necə idi əvvəl müharibələrdə o qarabançiklər çıxırdılar. Они шли лицом к лицу. Təbilçilər və onlar üz-üzə gəlirdilər. Оружие наготове. Silah hazırdı. И вдруг нет армии. Və birdən ordu yoxdu. Оказывается, Наполеон поменял свою тактику. Демек, гор, Наполеон öz taktikasını değişir. Они начали стрелять солдат с крыш, с кустов. Onlar başladılar köllardan, oradan buradan, hündürlükten, damlardan əskərlərə atəş açmağa. Эти прусские генералы, они очень возмущались, что так не ведутся войны. Həmin bu Prusiya generalları çox əsəbləşdilər ki, bu nədir? Belə döyüş aparmaq olar. Наши деды так не воевали. Bizim ата-бабамыз belə döyüşməyir. Нужно лицом к лицу, стенка к стенке. Üz-üzə, qənşər-qənşərə gəlib vuruşmaq lazımdır. Что-то наподобие есть, и когда... Ангел Господень встречается с Гедеоном. Buna benzer bir şey var ki, Gideon'la Allah'ın meleği görüşen zaman. Когда Гедеон говорит ангелу Господню, что где Господь, где тот, который вывел наших дедов, это было тогда-то. Gideon diyor ki, hardadır Rab, bizim ата-бабамызı çıkarmıştı. И он начал жаловаться и говорить о победах, которые были у дедов, а вот сейчас они в поражении. Ve o deyirdi ki, beğenirdi ki, o evveler ата-бабаларының qələbələri var idi, ama indi ise onlar məğlubiyyətə düçar olurlar. Что я могу сказать? Я могу сказать, что нужно всегда быть внимательным, слышать голос Святого Духа.
Мен демек истерем ки, хэмэше диккетли олу, мудэддэс рухун сэсіне кулак асман лазима. Пастор Мати использовал такое слово, что в словаре христианина у верующего должен быть слово инновация. Пастор Мати бэле бир сөз ишлетті ки, иманлынын люгатинде инновация сөз олмалды. Чутким к новизне. Енилие хэссас олма. Я думаю, что вот если вот это есть, Eğer bu varsa, istiyorum. Потому что Иисус сказал, что и врата ада не одолеют церковь. İsa Mesih deyip ki, cehennemin kapıları kilisenin kiliseyle başarmaz. Церковь, которая была в первом веке, ilk esirde olan kilise, и церковь, которая в 21 веке, ve 21. esirde olan kilise. То же самое послание, древнее Евангелие, оно не поменялось. Demeli, müjde değişilmiyor. Öyle nece var, o vakti nece hemen aynı müjdedir. Но она все еще живучая. Она Иисус сказал, что все исчезнет, все уйдет. Yani İsa diyor ki bu canlı da aslında ve İsa diyor ki her şey gidecek, her şey geçecek. Останется только Иисус и его невеста. İsa ve onun gelini kalacak. Да. Почему мне затронул этот вопрос? Просто у меня было, например, такое, что я этим закончу. Когда, например, делишься с кем-то о каких-то о своих победах. Mende böyle bir şey var idi ki öz uğurlarınla kimin ilise bölüşerken. Когда я делюсь, например, о миссиях. Миссиялар. И как Бог работает. Аллах нече иштит. Я натыкался на то, что, о, это у меня тоже было тогда-то, тогда-то. Мен hemen o şeyin üstüne geldim ki, aa, mende bu evveller bu olmuştu. А теперь это время не то, это все не так. Инде artık o vakit değil, инде hemen zaman değil. Я подумал о себе, неужели я тоже так выгляжу, когда я так говорю? Мен onda özüm hakkında fikirleştim ki, doğrudan da мен де беле görsenirem, özüm hakkında böyle danışanda. Это было тогда, в 90-х годы. Тогда был пастор Владик и пастор Мати. А вот сейчас не то. 90-х иллерде, о вакт пастор Мати бурда иди, ве пастор Владик бар иди. И вот Матфей 28 год говорит, до скончания веков я с вами. Меттанын инжили, инжи бенде делив ки, сона кадар, эсрин сонна кадар мен сизинлеем. Спасибо, Вилаят. Я скажу одну мысль, и потом лица и завершить. Очень важно понимать, сатана это понимает, но не все верующие, но мы не всегда, как верующие, ходим в этом. Мен билирем ки иблис буну анлыйр, ве биз иманлылар бунда чок вахты бунда олмуру, бунда гезмири. Сатана знает, что мы, какой мы имеем потенциал в Иисусе Христе. Аминь. Иблис билир, бизим Иса Месихте хансы потенциалымыз вар. Но он постоянно хочет сделать так, дьявол постоянно хочет сделать так, чтобы верующие не понимали своего потенциала во Христе. Чтобы мы смотрели, иначе говоря, только на себя, на естественного себя. Yani o iblis böyle eleyir ki biz ancak özümüze, öz tabiatimize bakalım ve öz potansiyelimize bakmayalım, Mesih'te olan potansiyelimize. И величайшая битва каждый день нашей жизни как верующих, это битва за наши умы и наша свободная воля. Her gün büyük bir muharebe gidir bizim aklımız için, aklımız uğrunda. Наша свободная воля, наша воля. Мне нравится эта история, которую Вилаят привел про Гедеона. Я люблю эту историю. Меним Вилаятин дедии бу Гедеон хакында эхвалат хошума гелир. Севирем бу эхвалатын. Ангел Господень говорит, иди, Аллаха мелеи деир, иди и в этой силе твоей ты одолеешь их. Гет, хэмэн бу гюжиле сен онлара галиб геледжисен. Гедеон жаловался. Гедеон дейнирди. А Бог сказал, у тебя есть сила. Танур деди ки, сенде гудрет. Это очень важно понимать. У каждого из нас есть огромная сила во Христе. Бу чок ваджибдир ки, бизим хэр биримизде, Месихте, бюйк бир гудрет вар. Гудретимиз вар. В Библии Бог сказал, один из вас поразит сколько? Тысячи? Да. Библия говорит, что сизлерден бири мин неферин өхтесинден геледи. Представьте это, один из нас. Бизлерден бири.
И дьявол знает, что ему не сдобровать, когда мы понимаем свой потенциал в Иисусе Христе. У нас есть великий потенциал там. İblis başa düşür ki, biz öz Məsihdəki potensialımızı biləndə onun yəni o iblis məhv olacaq. Вот почему много мужчин Бога, много женщин Бога, они могут ходить в духе разочарования. Ona görə də çoxlu imanlılar, onlar məyusluq ruhunda ola bilərlər. Это сатанинский дух. Это демон от сатаны, чтобы дать нам разочарование. Yani bu iblisin ruhudur ki bize mayusluk getirir. Вот. Поэтому в твоем вопросе, Файк, там вот была такая фраза, как опередить в Иисусе Христе. Файк, там dedin ki onun qabağını necə almalı olar? Necə? Ответ как бы просто. Я уверен, что ты его знаешь. В Иисусе Христе. Мен әмінем ки, бұрда жауап чох саде де, Иса Мәсіхте, мен білерем ки, сен бұны білерсен. Кто я в Иисусе Христе? Мәсіхте мен кимем? Какой мой потенциал в Иисусе Христе? Мәсіхте менім потенциалым. Павел сказал, что я во Христе все могу, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Павел деді ки, мен Мәсіхте хэр шей бачарарам, мені мөхкемледен Мәсіхте. Вот, но это битва, чтобы мы постоянно смотрели на себя естественного. Что я могу, что я не могу, что я сделал, что я не сделал, как я справлюсь, как я не справлюсь. Суть не в нас. Суть в том... Бу дөйш беледір. Біз өзімізе бахырық ве дейлік, мұны бачарам, мұны бачармырам. Махиет, мәна біз дейлік, әсілінде. Мы можем намного больше, чем мы себе можем это представить. Это выше наших способностей. Мы можем в Иисусе Христе все. То все то, к чему Он нас призвал. И я просто дам стих, и мы закончим. Это Исаия 50 глава. Yeşaya 50-ci fəsildən с 4-го стиха по 7-й стих. 4-cü bənddən 7-yə kimi. Даже по 8-й. Hətta 8-ə kimi. Даже до конца главы. Yəni fəsilin sonuna kimi. Здесь Иисус говорит: Отец мой дал, каждое утро меня пробуждает, и Он мне Мәсих дал. Deyir ki, mənim atam mənə hər gün yuxudan oyadır. И каждое утро мне дает это ухо, это развлечение. Заранее у нас есть слова, Он готовит нас для встречи с каждой ситуацией. Он готовит нас ко встрече с каждой ситуацией, с каждым человеком. О, bizi her bir situasiye hazırlayır, her bir insanla görüşmeye. Исаия 50 глава. Yeşaya 50-ci fəsil. Amin. Amin. Слава Богу. Аминь. Надежда Сапкина сказала: слава Богу небесному за все. Благодарю вас, Божьего благословения всех благ. Аминь. И также Galaxy Note 8. Всем мир и благодать нашего Господа. Аминь. И сердечек много. Хорошо, помолимся. Вилайет, помолишься тогда? Слава тебе, Иисус. Хэндлсон Сенейса. Господь, спасибо тебе за то, что ты сначала поговорил через этот стих со мной, Господи. Я рад, чух сау, ки бу бенд васесиле, биринджи мэнимле дамыштан. Господи, пускай все то, что я сам даже услышал тебя. Пускай все то, что мы сегодня услышали. Я рад, мэн özüm özümü eşittim ve bütün eşittiklerimiz. Пускай это станет плотью и кровью у нас, Господи. Гой бу бизде, bizim bedenimizde qanımız, canımız olsun. Помоги нам свернуть, Господи, все то, что нам мешает, следует за тобой. Senin ardınca gitmeye bize mani olan her bir şeyi def edebilir, kömek ile bize. Спасибо, Господи, за эти утешительные слова, что ты сказал, что придите ко мне, я успокою вас. Ya Rab, bu teselli veren sözler ki var, mene gelin ve ben size teselli vereceğim. Я молюсь, Господи, за всех тех людей, которые сейчас критически нуждаются, Господи, в этом. Ya Rab, ben bütün o adamlar için dua ediyorum ki son derece
derece bu sözlerde ihtiyacı var, teselli sözlerinde. Я молюсь, Господи, за всех тех больных, которые сейчас болеют, температура, давление, Господи. Я ремен, bütün o adamlar ki bu indi onların tezidi var, температура yüksekti, onlar için dua ederim, Я ремен. Прикоснись к ним. Тохун о инсанлара. Исцели их, Господи. Шефа вер, Я ремен. Так как ты исцелял и оберегал свой народ израильский, когда они жили в Египте. Неже ки Мисирде сенин халгыны коруюрдум, Я ремен. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, Господи. Gündelik çöreğimizi bize bugün ver, Я ремен. Ты являешься нашим хлебом, Господи. Сен bizim hayat çöreğimizsen. Спасибо тебе, Отец, то, что ты дал нам своего сына. Çok sağ ol ki sen öz oğlunu bize vermişsen. Благослови каждого из нас, Господи. Я ремен, her birimize хейр дуа ver. Благослови тех, которые не смогли сегодня присоединиться. O kişiler ki bugün koşulabilmeyebilirler, onlara хейр дуа ver. Спасибо тебе, Иисус, за все. İsa Mesih'e her şeye göre çok sağ ol. Мы хотим иметь благодарное сердце, Господи. Biz minnettar ürey istiyoruz bizde olsun. Мы хотим жить небесами, Отец. Biz semalar ile yaşamak istiyoruz. Благослови следующее собрание, Отец. Sonraki gelen defeki toplantıya da хейр дуа ver. Благослови при нашем позе, при нашем выходе, Господи. Bizim girişimize, çıkışımıza хейр дуа ver. Благослови всех пастырей, которые служат нам, Господи. Bize hizmet eleyen bütün pastırlara. За пастора Матия, за пастора Шалли, за пастора Матия, пастор Шалли, için дуа ederim. За наших пастырей, Господи. Bizim öz pastırlarımız. Халлелуя, слава тебе, Иисус. Хэмд olsun sana. Молимся тебе, Господи. Дуа ederim. И знаем, что ты слышишь наши молитвы и принимаешь их. Ve biz biliriz ki sen bizim dualarımızı işitirsen ve kabul edirsen. И все мы вместе говорим. Hamımız birlikte deyirik. Amin.